Александр Григорьевич, но как же вы? Есть ли у вас на заметках вакцинация? Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Там 0,5-0,2% где-то всего тяжелых от привитых людей. Совсем немного. Это факт, подтвержденный клинически, уже на практике. Вы о личном примере, я вам могу просто сказать, Путин вакцинировался чем? Спутник Ви. Другие там президенты Соединенных Штатов Америки, Pfizer. Pfizer. А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем, с министром. Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину, я готов. Но нашу. Нашу свою белорусскую вакцину. Это искренне. Спасибо.